Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией, мой видео носит только информационный характер. Сегодня у меня на мониторе Kenbooks, называется N1 ADS, где на просмотре рекламы мы абсолютно без вложений будем зарабатывать денежку. Ну, так выглядит вот home страничка домашняя. Тут особо ничего нет. Регистрация здесь наипростейшая. Имя, логин, email, пароль. Ставим галочку, рассказываем капчу. Нажимаем зарегистрироваться и попадаем в аккаунт. И вот так вот наш аккаунт выглядит. Вот 15 апреля. Сегодня я зарегистрировалась. У меня уже тут на балансе, я тут вот уже начала тестировать, как бы изучать. Тут все довольно-таки, друзья, просто. Апгрейд нам не надо делать. Здесь вот есть это по желанию, но я в таких буксах никогда ничего не делала. Стандарт на бесплатной основе. Здесь вот все почитаете, как бы все изучите. Далее. Вывод здесь, да, еще самое главное, здесь при каждом, чтобы попасть, нужно вводить пин-код. Когда я нажала вывод, мне как бы вот пин-код. У меня он уже введен, как бы везде, вы уже сделаете, у вас будет вот два таких как бы окошка. Введете шестизначный пин-код, повторите шестизначный пин-код и нажмете. Как бы это такая защита. Я уже не пойду, чтобы видео не ставить на паузу. Минимальный вывод здесь $2. Вот. И зайдете уже сами, кому интересно, посмотрите, если будете решите принять участие. Дальше. Так. Мой реферал баннер находится, партнерская ссылочка, вот она, вот реферальная ссылка, ну и всевозможные баннеры. На чем мы здесь будем зарабатывать? Здесь есть три вида заработка: earn point, with спонсор ADS, просматриваем рекламку. Чтобы зайти, нужно пройти опять же капчу. Разгадываем капчу. Рекламки здесь более чем достаточно. Такси. Подтверждаем. Сейчас перебросит. И, пожалуйста, здесь вот я вот две просмотрела. Так, нажимаем. Нас перебрасывает на страничку. Сейчас загрузится шкала. Вот. Подождите, пожалуйста, нам пишут. И загружается шкала. И выбираем перевертыш. Все, зачет мы просмотрели. И таким же образом endpoint, traffic exchange и сетка. Как бы все то же самое просматривать. Возвращаюсь в аккаунт. Далее вам. Так, персонал сеттинг, друзья. Ой, персонал сеттинг, опять этот пин-код. Ну, сейчас я поставлю на паузу. И в персонал сеттинг у нас прописываем платежный реквизит, какой вам надо. Здесь пароль, который указывали при регистрации. Нажимаем send. Далее что? Вроде как я все основное вам показала. Так, реферальную ссылку показала. Ну, здесь директ реферал будут отображаться наши партнеры. Здесь история. Все пусто. Далее, что есть, друзья, форум.
и что нам надо? Нам надо платежные системы. Не платежная система, а доказательства вывода. Payment Proofs. Нажимаем. И что у нас? Вот туда и сегодня. Как бы вчера, как бы о том, что проект платит. Давайте переведем, посмотрим. Подтверждение оплаты номер 5. Вот. Значит, пятый вывод, что ли? Как бы, ну, есть надежда на то, что Букс платит, все замечательно. Будет что выводить, естественно, буду писать видеообзор. Минимальный вывод здесь, как я уже сказала, от $2. Но, возможно, здесь будет вывод идти по нарастающей. И вывод обрабатывается 7 рабочих дней. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.